В России усилена охрана особо важных объектов. На Лубянке получили информацию о готовящихся терактах и провокациях. Об этом сообщил сегодня глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. В условиях обострения оперативной обстановки, связанной с нападением вооруженных сил Грузии на населенные пункты Южной Осетии и российских миротворцев, находящихся в зоне конфликта, информация о подготовке грузинскими спецслужбами террористических акций, а также намерений главарей бандформирований активизировать преступную деятельность в Северокавказском регионе, мной даны указания антитеррористическим комиссиям и оперативным штабам в субъектах Российской Федерации, пограничной службе принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности органов государственной власти, объектов транспорта, промышленности, энергетики, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, прежде всего в Южном федеральном округе. Сейчас совещание проходит в закрытом режиме, обсуждаются дополнительные меры по безопасности страны.